Земли плохой не бывает, а плохой бывает агроном. Технология, сорт и труд. О научных подходах в сельхозпроизводстве расскажет директор Гомельской областной сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии наук Беларуси Сергей Кравцов. Приехал два года назад, отсюда после закончил Речский государственный аграрный колледж. Опыта не было никакого абсолютно. Молодой специалист КСУП «Колпень Агро» Евгений Лоскутов о лучшей трудовой школе жизни. Нельзя сказать, что легко у деревни жить, потому что работать надо каждый день. Если хочется достичь что-то, показать, что мы что-то умеем, это же надо все делать, вложить труд свой. Жительница деревни Бывальки, удостоенная ордена матери, Людмила Позняк, о жизни большого семейства на селе.